Сегодня я хочу вам представить промоушен 1503 государственной базы научных технологий здоровья Китая компании BlackLine. Промоушен этот начался уже, он уже работает и закончится, он будет длиться до 1 июля 2015 года. Что нам компания предлагает в этот промоушен? Я всегда говорю, что у нас очень щедрая компания, и она дарит нам очень щедрые подарки. И я сегодня хочу вам предоставить этот промоушен, чтобы вы сами могли убедиться, насколько это интересно для всех. Для партнеров, для гостей, для клиентов, для всех людей. Но прежде чем мы с вами поговорим о нашем промоушене, в двух словах я хочу вам напомнить основные моменты маркетинг-плана, чтобы вам было понятно, а в чем же заключается промоушен. Так вот, мои дорогие, у нас по маркетинг-плану каждый человек у нас имеет право выбрать тот статус, на который он хочет зайти в компанию. У нас есть три варианта, три статуса. Это дистрибьютор. Человек покупает продукцию на 280 евро, получает 12% бизнес-вознаграждения, и он становится дистрибьютором. Есть вход на 580 евро, это статус менеджера, 16% бизнес-вознаграждения. И есть статус в компании на 1800 евро, 18% это бизнес-руководитель. Вот, пожалуйста, три квалификации, три, которые человек может зайти в компанию. Я хочу сказать, что на сегодня у нас потрясающий курс компании. Курс компании составляет 16. Великолепно, да? Великолепно. Так вот, это основные моменты. Еще хочу напомнить, что в нашей компании огромнейшее преимущество. Это, я думаю, что у меня сетевики, если вы меня смотрите, то я думаю, что вы меня поймете. Потому что то, что в нашей компании нет ни личных обязательных ежемесячных закупок, ни квартальных, ни годовых, ни полугодовых, ни структурных, ни компрессий, то есть ничего в компании нет. Это интересно? Это очень интересно. Теперь смотрите, в чем же заключается этот промоушен 1503. Я вам сейчас напишу номер промоушена 1503. А смысл его заключается в том, что компания нам приготовила потрясающий подарок. Во-первых, у нас есть возможность стать дистрибьютором компании, иметь 12% бизнес-вознаграждения, зайдя взявши продукции на 160 евро. Один вариант. Представьте себе. Второй, это один такой момент, да, у нас в акции, что на 160 евро. Следующий такой момент. Каждый человек у нас, который становится партнером компании, компания ему только за то, что он, у него есть намерение стать партнером, компания ему уже изначально, в самый первый день, в самом первом шагу, на первом шаге, она уже ему дарит подарки. Итак, если вы сегодня решите стать нашим партнером, то вы выбираете любой статус, который вас интересует. Но в двух словах хочу сказать, обратите внимание, чем выше статус, тем больше вознаграждение, бизнес-вознаграждение вы будете получать. Например, если у вас человек заходит на 580 евро, это 500 PV, то вы будете за личное приглашение получать, если вы дистрибьютор, 60 евро, если вы менеджер от той же самой работы, 80 евро, если вы бизнес-руководитель, то вы будете получите 90 евро только за личное приглашение. То есть, я сейчас вам хочу показать, статус компании играет очень важную роль. Притом в нашей компании статус вы никогда не потеряете. Если вы один раз решили встать сразу, изначально вы заходите, решаете, я хочу иметь такой статус компании, вы его приобретаете, и этот статус вы никогда не теряете. Вот эти бизнес-проценты никогда не теряете. От этого ничего не зависит. Только единственное, вы можете его поднять. Это понятно, да? Итак, смотрите, что же компания нам сегодня в акции нам сделала? Если вы заходите на 160 евро,
берете продукт. Что значит на 160? Вы берете прайс-лист, и компания вам говорит, согласно прайс-листа вы можете выбрать любой продукт, который вы хотите на 160 евро. Но у нас есть еще на в этот промоушен, который действует, у нас есть определенные акции, то есть подарки на продукцию. Вы можете выбрать себе закупку на эту сумму чисто с акционного продукта и получить массу еще дополнительных подарков. Но об этом немножечко попозже. Итак, например, вы выбираете какой-то статус и выбираете продукцию. Если вы выбираете статус 160, то вы получаете в подарок статус дистрибьютора 12%, и плюс вы получаете этот замечательный продукт, сокровища молодости, вот этот продукт, вы две баночки этого продукта получаете в подарок. То есть вы сразу от компании получаете подарок 70 евро. Если вы заходите на 280, берете продукцию на 280 евро, что вы с этого имеете? Вы получаете в подарок от компании статус менеджера и 16%. И что вы еще дополнительно получаете? Вы получаете в подарок одну баночку сокровища молодости 35 евро. И вы получаете 80 пиви, которые равны 80 евро. Из торгового дома компании, с интернета торгового дома, вы получаете 80 евро денег на счет, и вы можете выбрать любую продукцию. Там есть и китайские, и одеяла, и структуризаторы, и кулоны, и бижутерия, корректирующее белье, там что хочешь есть, да, и оздоровительная продукция. То есть любой продукт на 80 евро, делаете заказ, и вы получаете от компании продукции на сумму 115 евро. Если вы заходите на 580 евро сейчас, до конца этого месяца, то вы получаете в подарок статус бизнес-руководителя. Это приравнивается, что вы заходите в компанию на 1800 евро. И получаете 18% бизнес-вознаграждения. Что такое бизнес-вознаграждение и все остальное, вы можете посмотреть на YouTube, ролик называется «Общий маркетинг-план компании LogLife». И там будет все расписано, что такое бизнес-вознаграждение, какие вознаграждения мы получаем по маркетингу. Сегодня я говорю только о подарках. Вообще ни слова не говорю о вознаграждении по структуре, по маркетингу. Говорим только о подарках. Так вот, заходите на 580, вы получаете статус бизнес-руководителя, и в подарок вы получаете две баночки сокровища молодости 70 евро и 200 пиви, то есть 200 евро из магазина торгового дома. То есть вы получаете подарков на 270 евро. Здорово? Представьте, вот эти вот подарки мы получаем с вами только за то, что мы принимаем решение стать партнерами компании. Следующее, смотрите, что мы получаем. Ну вот, хорошо, мы выбрали, какой статус мы с вами выбираем. Или же дистрибьютор, или менеджер, или бизнес-руководитель. Да? Выбираем. Теперь у нас какой следующий этап? Следующий шаг. Мы должны с вами определить, какой же продукт мы хотим с вами выбрать. Да? Что мы хотим? Так вот, смотрите, что нам сейчас предлагает наша компания. Какие у нас сейчас, какой у нас промоушен на продукцию, которая есть у нас в закупках. Итак, смотрите, если мы с вами, ну вот, предположим, вы говорите, я хочу взять продукции только чисто из аксона. Мне же интересно, да, каждому человеку, каждый любит получать подарки. Любим получить подарки. Каждому человеку интересно как можно больше получить подарков. Поэтому давайте мы с вами сейчас разберем пример, насколько щедра наша компания, какие возможности есть в нашей компании, что она дарит вот такие подарки. Вот. И разберем это все, поговорим языком цифр с вами, да? И посмотрим свои выгоды. Итак, например, вы говорите, Оля, я хочу взять кофе. У нас есть замечательный, потрясающий вот такой кофе. Одну баночку мы кофе берем на контракт, да? Вторую баночку кофе мы получаем с вами в подарок. Берем две в подарок, берем три в подарок, берем пять в подарок получаем. Следующее. Есть у нас сейчас промоушен на здоровые сосуды. Три баночки здоровых сосудов мы берем, покупаем.
три баночки. Две баночки на 70 евро. 70 евро мы получаем в подарок. Следующее. У нас есть продукт «Три сокровища». Три сокровища. Одну баночку берем. 80. Одну баночку. Вот эта вот баночка, здесь 60 капсул. Она рассчитана на 60 дней. Одна капсула, одна таблеточка рассасывается днем, утром. В день, одна в день. На 80 берем, одну баночку 80 получаем в подарок. Следующее. У нас есть тампоны. У нас есть вот такие замечательные тампоны. У нас сейчас на них идет акция. Две упаковочки берем. Там три тампончика в одной упаковочке. 24. Одна упаковочка 12 евро у нас идет в подарок. И у нас есть замечательный оливковый глюкозамен. На него тоже сейчас идет акция. Берем с вами две упаковочки оливкового глюкозамина. Одну упаковочку получаем в подарок. Есть у нас еще акция на молочный кальций. Таблетки для рассасывания, просто его сейчас у нас нет, поэтому я не говорю. Там тоже две упаковочки берем, одна в подарок. Ну, давайте хотя бы вот это вот сложим. Что у нас получается? Если сложить, то мы берем продукцию, здесь с вами выбрали на 344 евро. То есть у нас совсем немножечко остается до 580, да? Мы можем с вами взять еще, допустим, того же кофе или тех же тампонов, или взять оливкового больше глюкозамина или сосудов и, соответственно, получить подарок. Ну, давайте мы хотя бы посмотрим в цифрах, что у нас с вами получается. Вот то, что есть. Хотя бы по одному продукту, то, что акционное мы с вами берем. Вот на 344 евро мы берем с вами продукцию. Что мы получаем в подарок? 247 евро. Мы получаем с вами в подарок продукции. Но так как это у нас контракт на 280, что у нас с вами получается? То мы 247 евро мы получаем в подарок при наборе продукции, а 115 евро мы с вами говорили, что мы получаем с вами сокровища молодости, да, и 80 евро любого продукта, то есть 115 евро за то, что мы становимся партнером при регистрации контракта, мы получаем с вами подарок. Итого мы получаем с вами подарка на 360 евро плюс статус менеджера. Как будто бы мы зашли на 580 евро. Интересно? Очень интересно. То есть вы посмотрите, какие у нас возможности. 344, 362 в подарок. То есть получается то, что мы с вами берем, то мы получаем с вами в подарок еще больше продукции, чем мы с вами берем. Теперь следующий момент. Это то, что касается человека, который у нас берет у нас продукцию. Еще у нас кто у нас получает подарки? Подарки у нас получают, я сказала, все. Человек, который, например, рекомендатель, который рекомендовал этого человека, который пришел и заключил контракт. Что у нас рекомендатели получают за рекомендацию? Если пришел человек и сделал контракт на 160, рекомендатель получает в подарок вот такой меридиано-термальный пластырь 1, 14 евро, получает в подарок. Если человек делает контракт на 280, мы таких рекомендатель получает два таких пластыря, 28 евро. Если у нас человек зашел на 580, то рекомендатель получает 5 таких пластырей, сразу 70 евро за рекомендацию, за такой контракт. Ну, естественно, все это только подарки, все остальное идет по маркетингу. Если у нас человек сделал несколько контрактов, лично приглашенных, и общая сумма вот этих приглашений составила 1000 евро, то этот человек, вот этот человечек, вот этот, который пригласил на 1000 евро в промоушен партнеров, он получает в подарок одеяло с верблюжьей шерстью, стоит 240 евро. Он дополнительно, он получит пластыри
допустим, этот на 160 зашел, он за этого 14 евро получит, за этого 282 пластыря получит, этот зашел у него на 580, он 5 пластырей получит, а и помимо этого еще получит подарок одеяло. Это такие подарки получает рекомендатель за рекомендацию. Это понятно? Понятно, замечательно. Есть у нас еще сейчас один промоушен, акция, когда за закупку здоровых сосудов мы получаем с вами денежную премию живыми деньгами. Что для этого надо? Для людей, которые уже являются партнерами на момент начала этого промоушена, они должны что сделать? Заявку, заявить то, что они хотят принимать участие в акции. Значит, что для этого нужно? Для этого нужно, акция в чем заключается? Покупаем 3 упаковочки здоровых сосудов, 2 упаковочки дарится в подарок, и плюс мы получаем подарок на себе на счет 1 евро. Вот в этом заключается акция. Поэтому человек, он сделает вот эту вот закупку, получает в подарок 2 баночки и 1 евро, и тем самым заявляет, что я хочу принимать участие в этой акции. Что это ему дает? А это дает ему то, что под ним до 9 уровней, 9 уровней, если тут на 9 уровнях вниз у него кто-то покупает, делает вот такую закупку, при том это может быть без ограничения количества закупок. Вот, например, вот этот человечек 3 плюс 2, 2 получил в подарок, плюс 1 евро он получил в подарок, то этот человечек, который заявил, принял участие в акции, он получает 1 евро. То есть до 9 уровней, если все заявили, если все эти люди заявили тоже, то есть каждый из них получил по 1 евро. Это понятно, да? То есть это акция, это приз, подарок. Еще есть у нас интересная, очень интересная акция. Промоушен. Приз путешествия в Китай для лечения методами восточной медицины. Дорогие мои, я хочу сказать, у нас компания просто... Ну, нет слов, как можно все это выразить. Каждый партнер, который является нашим партнером компании, каждый промоушен. А у нас промоушены начинают длиться 4, 5, 6, 7 недель. И каждый новый промоушен. То есть каждый новый промоушен обязательно есть путешествие. То ли Таиланд, то ли Китай, то ли санаторное лечение. То есть это пожалуйста. И каждый промоушен, мы это с вами, мы можем выполнить промоушен. И хоть каждый промоушен ездит в Таиланд, Китай за счет компании «Отдыхат». То есть без ограничений. Самое главное, выполнить определенные условия. Так вот, сейчас в этот промоушен именно идет санаторно-курортное лечение. В 5-звездочном отеле санатории для ветеранов, руководителей китайской армии. Там будет все. Я под этим роликом, пожалуйста, сделаю файлик, и там можно почитать, будет все условия, какие там будут и термальные воды, и шопинги, и лечение, и все остальное. То есть то, что касается это лечения в Китае. Что для этого надо, для того, чтобы выполнить этот промоушен и поехать в Китай? Значит, что мы должны для этого сделать? Первый этап. Выполнить 2 этапа. Первый у нас этап. Это мы с вами. Вот вы. Вы приглашаете 3 лично приглашенных бизнес-руководителя. Бизнес-руководитель это у нас по 580. 3 человека по 580 вы приглашаете. Первый этап вы выполнили. И второй этап, что нужно сделать? Во втором этапе, во втором уровне нам нужно пригласить 10 человек. Это могут быть люди, например, второй, это ваш первый уровень будет, да, уровень. Во втором уровне, например, у вас вот здесь вот были люди, вот, которые раньше уже у вас подписаны, да, раньше, то есть уже у вас есть партнеры. А это те 3 человека новых, которых вы пригласили. И те могут приглашать людей своих, правильно? В течение этого промоушена. И те приглашают людей. И те приглашают людей. Приглашают людей. Вот это вот для вас, это второй уровень. Так вот, нужно, чтобы в этом втором уровне было 10 человек, 10 контрактов. Контрактов. Смотрите, это могут быть контракты 280 и 580. Могут быть это считаться контракты и 160. Но в таком случае, это, например, 160 и 160. Вот эти 2 контракта будут считаться как один контракт. 280 – это один контракт, 580 – это один контракт. Вот таких 1-1 должно быть 10 контрактов. И еще,
одно условие. Вновь вступившие в этом промоушене должны еще во втором уровне должны приобрести 20 упаковочек вот такого прекрасного продукта, как «Три сокровища». Выполнив вот эти вот простые условия, вот это те условия, которые необходимо сделать для того, чтобы попасть на санаторное лечение. Вот это то, что я сейчас хотела с вами вкратце поделиться вот с этим промоушеном, замечательным промоушеном, да. И я хочу сказать, мои дорогие, что действительно с компанией LocLife нам очень легко и интересно работать. Это действительно то, что вы можете построить свой бизнес быстро, легко и комфортно. Огромное спасибо нашей компании за такие промоушены. И мы очень рады будем пригласить вас всех стать частичкой нашей компании, построить свой международный бизнес и его развивать быстро, легко и комфортно. Будьте все здоровы и всех вам благ и успехов.